Ну, Любочка, поправляйся. До свидания. До свидания. Ну что, доктор? Да ничего особенного, небольшая простуда. Ага. Вот вам микстурка. Микстура? Вот вам пилюльки. Пилюли, а рыбий жир? А зачем? Ну так, для общего состояния. Ну что ж, давайте рыбий жир. Можно. Без рецепта получите. Ну, благодарю вас, благодарю вас. Простите, где-то у меня был мой портфель. Ах, портфель? Да. Так вот он, вот он, да. Пожалуйста. Спасибо, Степан Петрович. Благодарю вас, доктор, благодарю. Одну минуточку. А что такое? Любочка, накройся одеялом. Ну, все-таки сквозняк дует, доктор. Степан Петрович, предрассуд, да? Закалять ребят надо. Ну, на всякий случай не помешай. Мы же даже в больницах окна и двери всегда открываем. Вы уж извините меня. Люба. Что? Ты по-настоящему заболела? Или это тебе только так кажется? Закройте дверь, сквозняк! Люба, ты нас решительно можешь подвести. Ну, чем ты заболела? Не знаю. У, незнайка. Как же, незнайка? А может, у меня начинается или корь, или свинка, или воспаление легких, или вирусный грипп? Да ничего у тебя не начинается. Просто ты очень мнительная. И очень любишь болеть. Клава, перестаньте. Давайте репетировать. Давайте. Ну ладно, давайте. Правильно, давайте. Ваня, начинай. В деревне умер мельник, похоронив отца, наследство поделили три брата молодца. Ну что еще? Что, что? Читай с выражением. Давай сначала. Ладно. В деревне умер мельник, похоронив отца, наследство поделили три брата молодца. Взял самый старший мельницу, второй ослу был рад, а кот достался младшему. Кота взял младший брат. Здравствуйте, Степан Петрович. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Степан Петрович. Что такое? Опять репетиция? Степан Петрович. Люба, ну я же запретил. Степан Петрович. Ну-ну. У нас завтра во Дворце пионеров спектакль. Ну-ну-ну. И ваша Люба должна играть принцессу. Так вот, никаких спектаклей, никаких дворцов пионеров и никаких принцесс. Дедушка! Люба будет делать то, что ей прописано. Глотать пилюли, принимать микстуру и пить рыбий жир. Степан Петрович, ведь завтра мы играем кота в сапогах. Степан Петрович. Что такое? Заберите своего кота. Вы посмотрите, что он там наделал. Безобразие. Клара, тебе вредно волноваться. Боба, домой. Ох уж эти мне соседи, развели кошек, безобразие, нет никакого житья. Успокойся, тебя прошу. Оставь, оставь. Ну, герцогиня, а вам, артисты, пора домой. 10:00. До свидания, Степан. До свидания, Степан. До свидания. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну-ка, Люба, давай-ка примем лекарство. Ой, что-то у меня голова кружится. Нечего было в короне сидеть, принцесса. Голова у нее кружится. Ну-ка, открой-ка рот. Вот, вот так, хорошо. Вот и все. Взрослые барышни. Все еще фантики играют. Ну, дедушка! Ну, не буду, не буду. Эх, и в кого ты у нас такая хворая? Вечно простуживаешься, вечно болеешь. А я не виновата. Ну, не будем искать виновных. Закрой глазенки и спи. Спокойной ночи. Спокойной. Вот так. Ha 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 ha!
снова Люба заболела. И снова ей до нас нет дела. В деревне умер мельник, похоронив отца, наследство поделили три брата молодца. Взял самый старший мельницу, второй ослу был рад, а кот достался младшему, кота взял младший брат. Младший брат. Принцесса мало ест и так же мало пьет. О, слабые, несчастные создания! Чем вылечить ее? Как облегчить страдания? Принцесса наша тень среди теней. Я дни и ночи думаю о ней. Что нового сказали доктора? Всезнающий профессор медик Пат. Профессор медик Пат? Какой же это Пат? Гомеопат и дважды кандидат. О, вы можете кривяло продолжать. Больной он прописал не двигаясь лежать, лежать в тепле от грелок и свечей. Но только не от солнечных лучей. Рассказывать ей нужно о беде, ой, об ужасах, о синей бороде. Ей нужно плакать. Плакать день и ночь. Такой режим не может не помочь. Принцесса наша плачет много лет. Облегчение, извините, что-то нет и нет. Что-то нет и нет. Ей нужно выплакать наружу все бациллы. И к ней тогда опять вернутся силы. Любезные патиссоны, ваше мнение. Какое же нам применить лечение? Мне кажется, среди лечений всех отсутствует одно. Здоровый смех. Смех вызовет икоту. И тогда... Возможно, всякая беда. С тех пор, как существует свет, от смеха не случалось бед. Смех все же вреден. Следует признаться, мне больно даже улыбаться. Мы будем применять любой лечебный метод. В конце концов, поможет тот лет. Но, ваше величество... Мой королевский шахматный указ всем объявить. Немедленно. Сейчас. Кто вылечит наследницу мою? Тому пол королевства отдаю. Унылио 17-й шахматного королевства король.
плохо нам с тобой живется. Денег у нас нет, хлеба тоже нет. Рыбешка и та мелкая. Сейчас, сейчас. На. А ты не горюй, хозяин. Кто это? Не пугайся, хозяин, это я. Ты умеешь разговаривать человеческим голосом? Я не то еще умею. Значит, ты не простой кот? Конечно, не простой. А какой же? Известно какой. Волшебный, из сказки Перо. Да ну? Вот что, хозяин, ты меня приласкал, накормил, а теперь мой черед о тебе позаботится. Ну как, хозяин, хорош я? Хорош, хорош. Мяу. Хвост, сапоги. Не такое уж плохое наследство. Досталось на твою долю, хозяин, а? Пожалуй. Я... болтают эти сплетницы. А ты разве птичий язык понимаешь? Конечно, я же образованный кот. Пол королевства обещал король тому. Черт возьми, пол королевства. Как бы это нам было кстати. Ну да ты не горюй. Пойду-ка я на разведку. Узнаю, в чем там дело. А я? А ты? Ты подожди меня здесь. Настало время показать, на что я способен. Ну и чудеса. Коты бывают всех пород. Тра-та-та, тра-та-та. А я, друзья, волшебный кот. От носа до хвоста. Я за добро плачу добром, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Я, друзья, щедрей притом любого короля. Я честен, ловок и хитер, тра-та-та, тра-та-та. Никто не видел до сих пор подобного кота. Коты бывают всех пород, тра-та-та, тра-та-та. А я, друзья, волшебный кот, от носа до хвоста. Сонные, как мухи. Угу. Пойдем, пойдем. Какая унылая, противная музыка. Когда это кончится? А ты помнишь, ведь когда-то я была такой веселой пешкой. А помнишь, как забавно было во дворце? С утра до вечера гремели духовые оркестры. Па-пам, парам, пам-пам, парам, пам-пам. Мне так хочется потанцевать. И мне тоже. Браво! Браво! Брависсимо! Чудесно! Превосходно! В то время, когда король плачет от горя, а принцесса чахнет у всех на глазах, когда я не сплю ночами, сочиняя рассказки, чтобы спасти бедное королевское дитя, когда все повернуто в печаль, вы развлекайтесь. Не губите нас. Мы больше не будем. Прочь. С глаз моих долой, негодницы. Ой. Брысь.
боитесь изменений? Я устала ждать. Когда же наконец это кончится? Я делаю все возможное. Принцесса тает на глазах. Еще немного терпения, и ваша заветная мечта сбудется. Но когда? Когда же это свершится, наконец? Скоро. Вероятно, очень. Ваш веер. Благодарю. Стой. Вот тебе 101-я рассказка для принцессы. Будешь читать с чувством, с толком, с расстановкой. Понял? Понял. Но принцесса опять будет плакать. Это все очень страшно. Пойми же ты, наконец, и запомни, чем больше слез, тем больше облегчения. В слезах и заключается лечение. Ступай. Береги рассказку, как зеницу ока. Единственный экземпляр. Начальники. Добрый, добрый, если он добрый. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы пройти во дворец? Посторонним вход воспрещен. Строго воспрещен. Вообще у нас сейчас... Поставить! Верни фантики! Сначала по нулю. Высоковато. Любит шахматный король мой горох, мою фасоль. И редиску, и шпинат, и морковку, и салат, и особенно арбуз, замечательный на вкус, замечательный на вкус, сладкий сахарный арбуз. Чудовище вида ужасного, схватили ребенка несчастного и стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его, в болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную, травить его злыми собаками, кормить его тухлыми раками. Thank you.
величество, и с ним гостей огромное количество. О, дочь моя, из графства Домино тебе послом увидеть суждено. Домино, узнав, что вы больны, прислал вам дар от всей своей страны. Этой птички невелички пойдет на пользу вам, как нежный, чудодейственный бальзам. Я эту птичку лично проверял, я гвоздиком ее поковырял. Заела. Нельзя, как видно, механизмом верить. Сначала нужно было бы проверить. Mm. Граф Домино прислал нам явный брак. Мне очень жаль, что все случилось так. Почему она такая? Почему она плохая? Я хочу другую, только не такую. Такие соловьи лишь с виду хороши. Поют они без сердца, без души. Как ты сказал, лишь с виду хороши? У механической игрушки нет души. Что если нам поймать живого соловья? Хочу! Хочу живую птичку я! Что соловей живой, что заводной, он мало пользы принесет больной. Хочу! Хочу живого соловья! Ловить его поеду лично я! Чей это кот? Как он попал сюда? С котами, с кошками приходит в дом беда! Поймать! Схватить! Живого взять! Кривелла, вы поедете со мной. Ваше Величество,
Ваше Величество. А вы, мой друг, сегодня выходной. Милый друг, где ваши соловьи? Не видно их вокруг. Сначала. Молодец. Ты способный ученик. С тобой? Завод не рассчитал. Какой завод? Не спрашивай. Некогда. Зачем тебе соловей? Да ты не бойся, я его не съем. А что ты задумал? Потом все расскажу. Ой. Запропастились наши егеря. Я чувствую, мы тратим время зря. Идут, идут! Несут! 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 Идут, идут! Несут, несут! Пустые клетки вижу я. Где соловьи? Не вижу соловья. Старались мы, охотники твои, но как на грех пропали соловьи. На певчих птиц напал, как видно, мор. Вы слышите, Кривелла? Что за вздор? Ваше Величество, а? Совет мой поскорей уволить этих дурней егерей. Я не могу вернуться во дворец без соловья. Ну, ваше... Поймите ж, наконец! Соловьи, соловьи, пожалейте меня. Король, я прибыл с поручением. Меня прислал к вам Карабас. Карабас? Маркиз, к большому сожалению, сейчас не может видеть вас. Он шлет привет вам, свой большой, и птичку сердцем и душой. О, как я счастлив, как я рад. В моих руках бесценный клад. Маркиз узнал про вашу дочь, да? И вам он пожелал помочь. О. И по его приказу я сюда доставил. Салам.
соловья. Большой-большой ему привет, ваше величество. А вам? Вот это. Нет, нет, нет. Нас просто выручил и спас любезный этот карабас. У птички очень серый вид. К тому же она все время спит. Цып, цып, цып. Цыпенька. А про маркиза Карабас я слышу что-то в первый раз. Да проснись же ты, наконец! Куда? Зачем? Спокойно! Теперь у нас начинается новая жизнь, полная благородства, опасностей и приключений. Ага. Со мной! Для чего? Так надо. Не рассуждай. Ныряй в воду. Зачем? Ныряй, ныряй. И запомни, теперь ты маркиз Карабас. Какой такой Карабас? Молчи. Хорошенько запомни. Ладно. Вперед! Что там случилось? С кем беда? Маркиз ограблен, брошен в реку. Да. Пропасть не дайте человеку. Благодарю. Маркиз де Карабас. Мой друг, маркиз де Карабас. Я очень рад увидеть вас. Вот мы знакомы, наконец. Прошу вас в гости, во дворец. Маркиз разут, раздет, проклятие. Разбойники украли платье. Ай-яй-яй. Нет. Прошу вас ваше платье снять и пострадавшему отдать. Отдать мундир? Позвольте, но... Не спорьте, не спорьте, это решено. Но... Решено. Решено. Вы посидите за кустом. Мы вам мундир пришлем потом. Душно. Терпи. Садись в карету и ничему не удивляйся. Да смотри, не проговорись, кто ты есть на самом деле. Маркиз де Карабас. О!
мной, со мной! Отметьте там, на проходной. Чем? Мы славные ребята, мы слуги короля, мы не боимся драки, бу-бу! О, мой король, о, ваше величество, наконец-то вы вернулись. Мы так заждались с вами. О, как я счастлив, как я рад. В моих руках бесценный клад. Хочу я познакомить вас, мой друг маркиз де Карабас. Я адъютант маркиза Карабаса. Запел чудесный соловей. Скорее к дочери моей. Принцесса в сон погружена. Уснула только что она. Как жаль, как жаль. Ну что ж, тогда придется нам подождать, пока проснется. Гостей как следует принять, вино и ужин им подать. Я буду у себя в опочивальне. Проснется дочь, пришлите мне гонца. О, тяжкий рок, нет ничего печальней седого одинокого отца. Прошу. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Почему у вас в дворце все разговаривают стихами? Видите ли... Маркиз де Карабас. Мерси. Видите ли, маркиз де Карабас, его шахматное величество, король Унелио, 17-й, не понимает грубой прозы. Сам он говорит только стихами, и к нему должен обращаться только в стихах. Почему? Ну, таково королевское воспитание. Портфель! А где же мой портфель? Может, у меня был тут, под мышкой. Вы взяли мой портфель. Минуточку. Отдайте мой портфель. За мной. Вот он, мой дорогой. Вот он, вот он, вот он. Ой, ой, инфаркт. Инфаркт чуть не случился. А я уж думал, не украл ли его Кривелла? Кривелла? Он все время охотится за ним. Кривелла, Кривелла. Да, Кривелла. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы она трижды Кривелла. Кривелла, вспомнил. Мы же его раздели. Почему? Надо ему как можно скорее отослать обратно этот мундир. Он ждет. Вы понимаете, что случилось? А что такое? Вообще, знаете, отвратительная личность. Сплетник, шантажист, интриган. Чш! Не подавайте вида, уж не он зайдет сюда. Каравай, мой каравай, кого хочешь, выбирай. Раз, два, три, четыре, пять. Лучшего зайчика погулять. Нет, не он. Ну и она не лучше. Два спага пара. Герцогиня. Чш! Возвращается. Каравай, мой каравай, кого хочешь, выбирай. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчика погулять. Ездят по ночам полуношники. Открывайте ворота, чертовы куклы! Открывайте ворота немедленно! Болваны и стуканы! Уволю! Открывайте ворота немедленно, болваны и стуканы! Уволю! Всех уволю! Боже мой, как они ужасно над вами подшутили. Вы же могли простудиться, ваше здоровье. Спасибо. Я, кажется, уже простудился.
Нет, этот маркиз Карабас со своим адъютантом, похожим на кота, может спутать нам все карты. Король просто без ума от них. Они подарили ему живого соловья. Это было при мне. Нет, нам надо немедленно принимать самые решительные меры. Что вы предлагаете? Что я предлагаю? Что я предлагаю? Вот что. Слушайте, у меня есть родная, двоюродная тетя. Настоящая колдунья, дама Пик. Надо ее срочно вызвать сюда. Чем она может нам помочь? Тетя все-таки как-никак колдунья. Ну и что? Странный вопрос. Ее мать была известная ведьма. И вообще все в роду у них были колдуны, лешие и домовые. Прекрасная семья. Если так, вызывайте ее немедленно. Я сейчас отправлю за ней мою почтовую ворону. Здесь? Тут ночь опустилась холодная, завыли собаки голодные, и крыльями совы захлопали, и волки ногами затопали. Взмолился тут мальчик задушенный, собаками злыми укушенный, запуганный страшными масками и разными детскими сказками. О, кажется, начинает мерещиться. Мне страшно. Мне тоже. Попробуем почитать дальше. Попробуем. Помилуй меня, о чудовище! Помилуй меня, о чудовище! Скажу я тебе, где сокровище. Зарыто наследство старушкина под камнем на площади Пушкина. Кто кричал из темноты? Ты... Кто тут слушает меня? Я... Это эхо. Доброе утро! Ой. Ловко я вас разыграл. Не бойтесь. Здравствуйте. Нет, нет, руки мне не поднять. Как вы не можете понять? Что с тобой? Я много лет уже больная. А почему? Сама не знаю. Хоть пьет лекарство день и ночь, ничто не может ей помочь. И принимает аспирин, касторку, кальций, ксихинин. Ой-ой-ой, многовато. Я встать боюсь, шагнуть боюсь. Я в темноте лежу. Я не играю, не смеюсь, гулять не выхожу. Мне есть дают одно драже, суфле, безе и бланманже. Удивительно, как она до сих пор еще жива. И как у вас тут темно и душно. Ага. Не открывайте, я боюсь. Нельзя сквозняк, я простужусь. Вообще, мне вреден белый свет. Ах, болит бог. Ой, пульса нет. Что это такое? Это? Ага. Это... 101-я рассказка. Кто сочиняет эти глупости? Это сочиняет Кривелло. Кривелло? А он что, детский писатель? Нет, он министр без портфеля. Так зачем он занимается и своим делом? Он сочиняет эти рассказки для того, чтобы из принцессы вытекало больше слез. Зачем? Чем больше слез, тем больше облегчения. В слезах и заключается лечение. Какая ерунда! Конечно! А ведь я был когда-то таким веселым шутом, а наша принцесса была здоровым ребенком.
Я нянчил ее, она играла бубенчиками. Еще совсем недавно я обучал ее старинным песням и народным танцам. А теперь меня заставляют читать ей вслух эту ерунду, эти пакости. Вот почему я стал таким нервным и совсем не остроумным. Пожалуй, от таких рассказок можно заболеть и по-настоящему. Но этого больше не будет. Смотри! Что вы делаете? Это же единственный экземпляр. Кривелло меня накажет. Никто никого не накажет, дружище. Ну где же ваша престарелая родственница? Тетя что-то немного запаздывает. Немного запаздывает. Что это? Это же моя 101-я рассказка. Единственный экземпляр. Происходит что-то неладное. Скорее к принцессе. Пойду скорей, обрадую короля. Вы слышите? Музыка. Этого не может быть. О, мой король! О, мой король! Маркиз де Карабас принцессу нашу вылечил и спас! Молодец! Будешь каждое утро физкультурой заниматься, сразу поправишься. Ну, а теперь руки на бедра. Где у тебя бедра? Это подмышки, а бедра вот. И шагом! Марш! Боже мой! Кто разрешил открыть окно? Кто разрешил принцессе встать в постели? Я разрешил! Но как вы смели? Оставьте меня! Его Величество! Нет, я не верю! Это только сон! Кто вылечил тебя? Кто твой спаситель? Он! Придется наградить мне очень щедро вас, чудесный медик, славный Карабас. Зовите слуг, накройте пышный стол, пошлите за вином, гонцов ко всем соседям. Всем объявите, я счастье вновь обрел. Какой момент? Мне кажется, мы приедем. Мерси. Чтоб музыки унылой я больше не слыхал. Мы назначаем праздник. Карнавал! 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 Замучился я с этим карнавалом. Все на мне. Маски я, буфеты я, контрамарки я. Патиссоне тут, патиссоне там. Все я. А художественный совет-то не ввели. Нет. О, полюбуйтесь. Слышу, слышу. О, иду, иду. Я вас слушаю. Почему меня не пропускают? А кто вы такая? Я Домино,
простите, мы не можем омрачать нашего праздника такой ответкой. Пропустите. Можно было бы и пропустить. Да, пропустить. Пропустишь. А кто потом будет в ответе? Вы. Почему? А я. Привет. Неприятности потом не оберешься. Алло? Кого? Кривелла? Вообще! Кривелла здесь нет! Кривелла! Кривелла! Кривелла, Кривелла! Ох, сердце! Ох, сердце! А в сущности говоря, что такое Кривелла? Пустое место! Этот бедный дурачок Патиссон развил такую бурную деятельность. Смотрите, что творится вокруг. Но моя тетя... Что ваша тетя? Где ваша тетя? Минуточку. Здрасте. Послушайте, вы хоть знаете, зачем вас сюда вызвали? Конечно. Я все знаю. Это у вас получится? Ну как вы с ней разговариваете? Тетя все-таки колдунья. Я еще не разучилась сделать пакости. Колдовство моя основная профессия. Она мила. Не правда ли? Тише, бабушка! Бабушка! Ну как? Бабушка, я могу еще нравиться. Не правда ли? Тетя, вы гений! Ваша тетя действительно гений. Вы выступите первым номером. Прелестно. Вас объявят как всемирно известную фокусницу Рио Кио. Отлично. Вы готовы? Я всегда готова. Друзья мои, я вас сюда созвал. Я счастлив объявить. Рассеялась печаль. Принцесса наша снова вместе с нами. Бодрый дух и силу. Я, по примеру многих королей, могу теперь спокойно лечь в могилу. Thank you.
Первым номером нашей небывало грандиозной программы Рио-Кио номер чудесный, аттракцион всемирно известный. Такого номера в моей программе нет. Программу утверждал придворный худсовет. А? Бежим скорее! Куда? Спасать принцессу! Принцессу! Портфель! О, небо! О, земля! Придите мне на помощь! Свершилось колдовство! Где дочь моя? Ну вот и все, а вы сомневались? Большое вам спасибо, тетя! Я могу быть свободным? Нелегкую работенку вы мне задали. На редкость удача получилась, тетя. Большое спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Большое спасибо. Не стой, не стой. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, я исчезаю. Немедленно закрыть все выходы и входы! Слушаюсь. Немедленно закрыть все выходы и входы! Этого бездельника. Я же запретила тебя с ним разговаривать. Да ведь он выбился из сил. Возражаешь? Я научу тебя слушаться. Я запру тебя на замок в черной башне. Вы свободны. Можете идти на все четыре стороны. Какой печальный
конец карьеры. Что мы с тобой уже во владениях колдуньи. Что случилось? Смотри! Ну, идем, идем. Тут надо ухо держать востро. Хвост! Мой хвост! Да не бойся, не бойся! Идем, идем. Смотри, черное логово злой колдуньи. Высоко забралась, проклятая. Вот что. Что? Давай подождем до темноты. Почему? Опасно тут. Эх, принцесса будет томиться, а ты вперед. Вперед. Уже дымится, он дышит еле-еле. О, боже мой, когда же наконец? Я думаю, что завтра мы сможем объявить. Рифму, 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 рифму. Я есть хочу, я пить хочу. Сейчас, моя лапочка, на первое микстура, на второе пилюри, на третье рыбий жир. Ты жив? Жив, а ты? Ну и попали мы с тобой в переделку. Эх, маркиз Карабас. Зря я тебе не послушался. Лучи не вспоминай.
попытаемся выбраться отсюда. Попытаемся. Что с тобой, дружище? Осень говорит. Что? Злая колдунья бросила его на произвол судьбы за дружбу с принцессой. С принцессой? Она жива? Где она? Где она? Где она? Заточена она в черной башне. Поспешим на выручку. Вот что, хозяин, теперь твоя очередь меня слушаться. Ты вылечишь ослика, а я подожду до темноты и под покровом ее продерусь в черное логово злой колдуньи. Смотри, как бы она тебя не околдовала. Это еще мы посмотрим, кто кого околдует. Она меня или я ее. Ну, что там с королем? Доходит, о моя королева. Более приятные новости вы мне не могли сообщить. Я нравлюсь вам в этом атласном наряде. Вы очаровательны. Каково мне было столько лет притворяться шахматной фигурой. О, теперь я отомщу за все унижения. Я перестрою дворец на карточный лад. Шахматы будут запрещены. Воле королевы закон для ее подданных. Войдите, пожалуйста. Благодарю вас. Вы что же, в одиночестве здесь проживаете? Не совсем, но вообще я люблю одиночество. Ну, как вы себя чувствуете? Ничего, благодарю вас. А вы? В моем возрасте. Что вы, что вы? Вы еще так молодо выглядите. 300 лет. Не может быть. Я бы вам дал не более 250. Неужели? Конечно. Желаете чай, кофе? Благодарю вас. Предпочту чашечку черного кофе. Если можно. Пожалуйста, пожалуйста. Присядьте. Благодарю вас. Да. Недаром слава о вашем таланте фокусницы-иллюзионистки гремит по всему миру. Вы еще всего не знаете.
Колоссально. Я слышала от многих, что вы умеете превращаться в разных зверей. Это нам рад сплюнуть. Ну, во льва-то вы, конечно, не можете превратиться. Да вам это и ни к чему. Это почему ж так? Очень уж крупный зверь. Да вы что же, молодой человек, сомневаетесь в моих талантах? Пожалуйста. Ну как, молодой человек? Замечательно. Поразительно удивительное сходство. Еще бы. А вы могли бы превратиться во что-нибудь поменьше? Во что, например? Ну, хотя бы в маленькую мышку. Пожалуйста, пожалуйста. Я ничего на свете не боюсь, кроме собак. Ты, трусишка! Все равно не слезу. Мне радостную весть несет посланец леса. Я сердцем чувствую, жива моя принцесса. Шута постричь в монахи, Патиссона заточить в каземат. Слушаюсь, Ваше Величество. О, Кривелла, где же старикан? Вы доложили мне, что он без сознания, а его и след простыл. Только что был здесь. Куда же он девался, проклятый шахматун? О, вот он! Ой. Голос начинает звучать. Несчастный король, бедная принцесса. Наверное, они уже погибли. А маркиз Карабас, а его симпатичный приятель, он такой учтивый, так хорошо воспитанный молодой человек. Неужели мы их больше никогда не увидим? Сколько мы уже сплели корзинок? Пока только 11. Мало. Надо поспешить. Зеленщик заказал нам 31. На ослика уселись мы вдвоем.
мы едем очень весело и песенку поем. Коварная волшебница нам больше не страшна. Колдунья уничтожена, принцесса спасена. Тисончик, мне кажется, я слышу голос принцессы. Хорошие товарищи в беде не поведут, и руку в час опасности друг другу подадут. Я слышу голос маркиза Карабаса. Моя дорогая принцесса! Эй! Слушайте меня! Раскрыл я страшный план! Кривелый двуличий, двух злодеев! Здесь, в шахматном дворце, царит обман! По милости придворных ротозеев! Бу-бу-ха-ха! Я издаю немедленно приказ! Помогите! Помогите! Ой, упаду! Запаковать их, проклятый! Не прикасайтесь ко мне! Не трогайте меня! На ослике мы едем во дворец, и короля умею обнимем наконец. Не верю в это счастье, я живой вернулась, дочь моя. Отец! Я не хочу быть министром! А я не хочу быть! Не хочу! Я не хочу быть королевой! Это вы во всем виноваты! Владеем осудить и заточить в тюрьму! Неожиданно мы с них сорвали маски. Двуличий сделать пешкой, а ему... И день, и ночь читать его рассказки. Извините нас! Пожалуйста! А вам в награду, храбрый Карабас, отдам я дочь свою в невесту. Хоть сейчас. Согласна я. Благодарю, отец. Друзья мои, пройдемте во дворец. Вам когда-нибудь снились такие сказки?